Театр кукол – особый вид театрального представления, где главные герои – куклы. Однако сказочные персонажи обретают свой неповторимый характер благодаря актерам-кукловодам. Сегодня мы проведем один день с актером-кукловодом, чтобы узнать все секреты этой профессии. Ведущий мастер сцены Ульяновского театра кукол имени Валентины Леонтьевой, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Козлов, каждый день рано утром спешит на работу. А дел действительно много. Нужно встретиться с режиссером по поводу нового эскиза кукол для премьерной пьесы, подучить роль для концерта, в обед отсмотреть готовые номера молодых актеров, а вечером поучаствовать в итоговом прогоне спектакля. Андрей Анатольевич встретил нас и первым делом устроил небольшую экскурсию по театру. Рассказал о своих любимых коллегах, театральных буднях, показал административную часть здания, а затем пригласил в святая святых любого театра – гримерную. Здесь находится гримерная комната, где актеры готовятся к выходу на сцену. Сегодня актер занят в десятках спектаклей, среди которых «Муха-цокотуха», «Как колобок ума разума набирался», «Гуси-лебеди», «Принцесса и свинопас», «Русалочка», «Волшебные очки» и другие. Самое сложное в профессии, как говорит заслуженный артист Российской Федерации, это не переиграть и получить доверие зрителя. Ну да, по окончании спектакля, наверное, мы чувствуем это, потому что, выходя на поклон, мы видим глаза этих людей. Мы видим то, что когда спектакль удался, там, да, то есть это вот. Вы понимаете, что удался. Да, и это видно по глазам. Да, если нет, то зритель, и выходит зритель тоже из зала, как бы немножко. И это чувствуем мы. Спустя несколько лет игры на сцене к Андрею Козлову пришла слава. Зрители стали узнавать любимого актера и специально уже покупали билеты на пьесы, в которых он задействован. А самое главное, стали любимыми и узнаваемыми куклы. На разных этапах были разные спектакли. Мне трудно назвать что-то такое прям вот, ну, супер выдающееся, да, но были вот запоминающиеся вот спектакли «Веселые медвежата». Первая главная или там заглавная роль моя в театре. То есть я в 79-м пришел, в 80-м у меня была главная роль рядом с ведущими артистами театра, потом заслуженными артистами, значит, и вот, значит, Римма Григорьевна Назарова, заслуженная артистка России, Валентина Александровна Утехина, заслуженная артистка России. Его обучали мэтры театра кукол, поэтому Андрей Козлов стал лучшим в своем деле. Сегодня он передает свой опыт и знания молодому составу. Говоря о современном поколении актеров, которые приходят в театр, мастер сцены не жалеет комплиментов. Андрей Анатольевич высоко ценит своих коллег и партнеров по сцене, но еще больше их юность и креативность мышления. У нас сейчас пришла такая молодежь, которая безумно, просто фантастически талантливо. И я в какой-то степени, вот здесь я с огорчением и с какой-то завистью, такой белой завистью, думаю, почему не мне ровесники, а почему я быть с ними не могу наравне? Потому что то, что они предлагают сегодня, то, что они делают, для меня, ну, радость, изумление, восхищение, любовь. Вот, ну, все самые лучшие слова, которые можно сказать партнерам и коллегам, и просто актерам. Куклы, которые олицетворяют персонажи из пьес, отдельная тема для разговора. Мастер одновременно их любит, как своих детей, и уважает, как равных партнеров по сцене. Каждому спектаклю рисуются новые эскизы кукол в цвете, а затем по макетам создаются персонажи из ткани, картона, металла, дерева. Куклы бывают разные – марионетки, перчаточные, тростевые, напалки и теневые. Актер рассказал, как сложно управлять каждой из них, а еще подкрепил слова своими действиями. Как бы с первого раза вот тоже как-то надо присноровиться, чтобы вот как-то вот... Нет, это осваивается долго. Так это не может быть, потому что, чтобы это все как-то красиво еще было со стороны, а не просто вот раз вот и руки вот. Ну, давай, приспосабливайся, давай. Вот как-то, вот хоть ручку пожать. Вот давай, ручку пожми. Давай, дедушка, ручку пожмем. Ну, дай твою, я поцелую. Вот это вот. Ой, хорошо, как замечательно. А глазки можно закрыть от счастья-то? Опа! Ой, застеснялась я, девушка. После наших небольших импровизаций на тему работы с куклами в гримерной Андрей Козлов начал готовиться к репетиции. Каким пронзительным, острым, мощным оружием может быть кукла на вашей руке? Кукла! Вы здесь не живете своей жизнью. Здесь ваше холодное «я» исчезает в тонком эфире кукольной души.
И пусть я наедине с собой переживаю разрывающее тело чувство любви, потому как коллеги, соратники, боевые товарищи вновь предались искушению повалять дурака в гримерках за чашкой чая. Не успел актер дочитать последние строки, как его через микрофон пригласили в зрительный зал, где все коллеги уже ждали мастера на репетицию концерта. Зрительный зал рассчитан на 179 человек, и чаще всего здесь на премьерах бывает аншлаг. Пока актеры репетировали, мне удалось поговорить с директором театра. Александр Владиленович рассказал о планах на будущее и то, что гордится своим творческим коллективом. Я думаю, что у нас наши все актеры заслуживают звания мастера на сцене, потому что каждый из них уникален по-своему, каждый из них владеет профессией в полном объеме, насколько я понимаю. Да, собственно, это подтверждает зритель, который приходит в кассу. И если вы заметили, последние несколько лет на всех наших спектаклях аншлаги. После интервью мы зашли в зал, где шла уже вторая репетиция. Внимательно осмотрев номера, Андрей Анатольевич сделал нужные замечания и сам вышел на сцену, чтобы показать мастер-класс. Ребята его выслушали внимательно и исправили ошибки. Актеру в долю секунды вжились в роли и пребывали в них до самого конца действия. За кулисами находятся куклы и специальный реквизит, которые участвуют в спектаклях. Вот, например, замечательное прекрасное дерево, которое участвует в спектакле «Теремок». Черт из табакерки, лисичка-сестричка, буратино, прекрасная фея и многие другие куклы каждый день с нетерпением ждут своего звездного часа, чтобы снова увидеть зрителя и услышать аплодисменты в свой адрес. За окном вечер. Актеры вернулись в свои гримерки, чтобы за чашкой чая обсудить итоги прошедшего дня. А завтра будет новый день. Репетиции, блестящие премьеры, овации, ну и, конечно, крики «Браво!». И так уже практически 76 лет. 1 апреля Ульяновский театр отметит очередной день рождения. Театр кукол основан на известных и любимых детьми сказках. А без этих увлекательных историй невозможно полноценное становление личности. Актер-кукольник, оживляя своих персонажей, непосредственно прикладывает руку к тому, чтобы привить человеку культурные ценности.